Здравствуйте, меня зовут Денис, я являюсь основателем мастерской «Ваш реставратор», и мы начинаем новую краудфандинговую кампанию. Мы объявляем краудфандинговую кампанию на запись курса по созданию вот такой вот прекрасной, красивой, разнообразной мраморной бумаги или создания бумаги по технологии Эбру. Что такое мраморная бумага? Вообще в переплетном деле, в нашей мастерской, в реставрационной, она чаще всего используется для создания вот таких вот составных переплетов. Она может использоваться на сторонках или при создании блокнотов. Также эта бумага может использоваться для форзацев. Вот так здесь. Но в целом это очень красивое творческое занятие, на котором можно создавать свои собственные рисунки. Из такой бумаги можно создавать интересные упаковки и использовать их в различных творческих мероприятиях. Если вам интересно поучаствовать в этом проекте, то приглашаем вас выбрать одно из вознаграждений, которое вам больше всего подойдет. И уже скоро курс будет записан, вы сможете обучиться этому очень древнему мастерству.